Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике покажу вот, что было сделано. Арболитовые блоки, вот они. Показывал во втором видеоролике укладку, вот как раз вот этого угла, начинал с него. Блоки идут в шахматном порядке. Один, другой. Так, ну вот, здесь вот 6 кубиков было. По цене получилось на 17600, материал 101 куб стоит 3150 рублей. Вообще самый дешевый из всех, вот, что я смотрел там. Сибит, газобетон, они стоили что-то... Сибит, по-моему, 4200, газобетон в районе 5000 за куб. Этот получается самый дешевый. Ну, посмотрим, как себя дальше проявит. Сложил за 7 дней, если вот с утра до вечера у меня получилось 7 дней. Ну, у меня, понятно, прошло там где-то в районе 2,5 недель, 3, наверное, с того, как я начал, закончил. Ну все, заходите на мой сайт euroremont.ru.